Добрый день, меня зовут Михаил, и вы на канале Property Show. Сегодня еще одно солнечное, теплое, зимнее утро в Алании. И мы будем с вами смотреть очень интересное предложение, как всегда, с генеральным директором компании Джерен Инвест Айбике Джерен. Айбике, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, про комплекс. Да, мы приехали сейчас в комплекс. Это новый дом со средней инфраструктурой. Ну, что значит средняя инфраструктура? Это вот стандартные. Есть в комплексе открытый плавательный бассейн, детская игровая площадка. Внутри комплекса имеется фитнес-зал, сауна и парная. И еще детский мини-клуб. И здесь, в этом комплексе, мы что будем смотреть? В этом комплексе мы будем смотреть интересную квартиру 3+1. Стоимость этой квартиры всего лишь 115 тысяч евро. То есть это недорогая, доступная, очень хорошая новая квартира. И там наверху нас ждет сюрприз. Пойдемте же смотреть быстрее. Пойдемте. Эта квартира очень интересная, планировки 3+1. Квартира очень такая чистая, светлая, просторная. Классная, просторная, да. Она продается с мебелью и с бытовой техникой. Почему я сказала, что она очень интересная? Потому что, когда мы продавали эту квартиру первым владельцам, они из квартиры дублекс, то есть из пентхауса, сделали две квартиры. То есть вот верхний этаж они отделили. На верхнем этаже сейчас находится две спальни и одна вот эта гостиная. А нижний этаж, на нижнем этаже находится еще одна комната. Хозяева разделили их, и получилось наверху просто квартира 2+1. Вход они, лестницу просто убрали. И есть еще внизу на нижнем этаже отдельная дверь. Заходишь туда, и получается отдельная студия. Почему, для чего они так сделали? Они вообще изначально планировали сами здесь жить в 2+1 и внизу нижнюю студию сдавать в аренду. Но сейчас у них изменились планы, и поэтому решили уже продавать эту квартиру. Так что для желающих получается квартира 2 в одном. Продается квартира сверху 2+1 и внизу студия. Вход разный, но топо одно. Но при желании также можно эту лестницу снова вернуть, и получится двухуровневая квартира 3+1. Но мне кажется, удобно оставить этот вариант, потому что здесь у нас на этаже просторная гостиная, просторная ванная комната, две спальни, одна для взрослых, одна детская, очень удобная. И вот там, где была лестница, получилось очень удобное место для хранения. Мне кажется, там можно шкафы поставить. Да. И в целом удобно, потому что студию внизу можно сдавать. Да, конечно, очень... Логично. Да. И к тому же здесь большая терраса еще с прекрасным видом. Да, это верхний этаж, хорошая терраса. И стоимость такой квартиры, 2+1 плюс студия внизу, да, 115 тысяч евро. Это очень такая доступная цена на сегодняшний день. Учитывая, что вы покупаете две квартиры, получается. Да, в новом доме с инфраструктурой и новая квартира с новой мебелью, с новой комфортабельной дорогой мебелью. А в следующем ролике мы с вами посмотрим невероятную квартиру с просто изумительным видом на море. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи на Property Show!